Так, решили еще раз повторить выезд на тот карьер, в котором был праздник 25 февраля. Собралось 7 машин разного вида привода, трансмиссии, двигателя, клиренсы. У всех в основном зимняя резина. За неделю прошел снегопад небольшой. Скорее всего, старые следы могло замести. Поэтому легко точно не будет. Погнали. Все, доехали до первого препятствия. Небольшие колеи. Смотрим, как машины разной подготовки справятся. Сейчас пойдем. Субару могут небольшие проблемы возникнуть. Схитрил. Ехал. Ай. Ну, Хонда, я думаю, тоже. Немножко есть. Не успели доехать. Самый проходимый автомобиль у нас застрял. Так, вон крузера есть лебедка, поэтому решили фигней не страдать. Сразу убедиться. Так, ну-ка давай посмотрим, как Нива будет ехать. Какая у нас подготовка идет. Че? Так, Иван помогает. Так вот она тянет. Снега выше порогов, метров 50. Причем он плотный, поэтому я застрял.
сейчас. Так, отцепились. Вот так. Даже на лонгкрузере можно завязнуть. Многообещающее начало. А мы хотели вон там на горочке подняться, спуститься. Что-то чувствую. Найдемте. Мы сегодня поосторожничаем. Потому что лебедка у нас одна у лонгкрузера. Соответственно, самый проходимый лонгкрузер. Даже у него уже проблемы. Оп. Собрались тут джиперы и решили побуксовать малость. Невовод устал ждать. А, нет, он решил с это, с лонгкрузером вместе рядышком постоять. Давай, давай. Вот. Так, с нами Нива. Лонгкрузер 100. Легаси. Даем. Вот. По просвету. Наверное, самые слабенькие это Freelander и Porsche. Остальные все выше. Даже Legacy, на удивление. Я говорю, вообще просто. Да вообще просто. Я говорю, вниз надо ехать. Начинаем с малого. Ну, тут уже как по асфальту все, да? Ага. Я-то еще немножко песку отдал. Ну вот, нашли место, где будем отсеивать машины, да? Смотри, как все говорят. Да ты че?
Куда он поехал? Так, парни, поехали пробивать целину. Дорогу замело за неделю. Так, он там уже буксует, да? Походу. Надо туда ехать. Парней мы не дождемся. Toyota буксует. Land Rover завис. Где-то мягкий снег немного, где-то глубоко и твердо. Я в середине иду, не проваливаюсь вообще. Снегоходная, наверное, еще дорожка. Не, ну классно будет, если сейчас все присядут. Кури пока, пойдем смотреть, что делать с этим товарищем. Ну, походу сел. Да. Субару вообще со своим просветом странно, но прилипло. Наверное, задняя подвеска у него все-таки низковатая. Нива тут уже почти на пределе. Да. Слушай, хорошо, что ты с нами поехал. Мы бы до крузера не доехали. Ланчик. Почти. Да, хорошо перемело. А недавно здесь Порше пролетал спокойно по пробитой дороге. Ну вот, Иван, оставили тебя одного. Я сейчас пошу, да. Там что-то перемет прям. Да? А, нифига себе. Да, я говорю, вы рискованные парни. Я предлагал потихоньку, помаленьку, спустился, поднялся. А тут газ в пол и все. Там все, почти по колено. О, чуть-чуть сидел. Чуть-чуть не хватало. Тридцать сантиметров просвета Toyota не хватило. Че, дверь не открыть? Так, дальше здесь перемело. Вообще конкретно. Будем объезжать справа. Решили объехать этот перемет с другой стороны. Нива освободила дорогу. Сейчас сотка будет пробивать. Слушай, не хочет выходить с колеи. Глубокая и твердая. Да, проблема. У него буксует, назад не может. Давай чуть больше газани. О, идет, идет. Опа-на, ничего себе. Раз. Ровное место, мало снега, то буксует. Да, потихоньку накатывай, но.
Может, мы все-таки попытаемся развернуться? Как рассказывал Леня Немодный. Делаем так же потихоньку, несколькими заходами, без пробуксовок. Ну а здесь уже что, надо посмотреть? Офигеть! Ничего себе! Хорошо ты сюда налево не взял. Здесь по колено. Да, можешь. Они уже буксуют. Может, до тебя не доехать. Красота, да? Вот, да, на праздник надо было, чтобы снега-то столько было. Так, тут еще, смотри, снежник идет. Тут груз твердый. Он твердый. И потом уже дальше. Поэтому я не знаю. Мне кажется, надо разворачиваться. Разворачиваться. Поэтому сами, как умеем. Так, решили на разворот пойти. Правда, это тоже затея не из простых. Развернуться в колее, конечно, еще то занятие. Нифига себе. Вот это да. Вот это развернулся. И вот решил строиться. Вот как бы здесь не раскорячиться. У тебя аккордеон, тофрод? Компостеры. А, компостеры? Слушай, ну как резина? Не дубовая? Ну, зимой? Мягенькая, да? А как по шуму, по вибрациям, по асфальту? Ну, присутствует, как у любой МТ резины. Да? А то говорят, мягкая, тихая. Я тебя тут вот спрашивал. Ну, думаю, тихая, не знаю, не пробовал другие. Ну, ясно. Че, до скольки драешься? Сколько? Единичку попробую, жопа 0,8. Ну, будем надеяться, поможет. Ну что, назад? Там субурбан подъехал сейчас. Кроссоверы сдвинет назад. Так, она у тебя не стоковая, да? Нет. Так, Иван что-то тебя решил не ждать и решил объехать. Смелая, конечно, затея. Офигеть. Смотри, что делаешь. Смотри, чтобы не снесло.
конечно, впечатляет. Нифига себе, красиво. Красиво. Там вдалеке субурбан дергает другие машины. Ну что, давай, твой выход. Остановился до 0,8 сзади, единичка спереди. Нифига себе. Тяжело. Тут еще крузак свою колею добавил. Лифт подвески, увеличенные колеса. Остальное сейчас так. Крузак тебе тут! Ай, красиво! Поедем спасать Freelander на Subaru Legacy. Обалдеть! Это да! О. Вроде как на джипе, только низко сидишь. Субурбанчик подтянулся. Сейчас будет спасать всех. У него просвет 30 миллиметров, по-моему. Привет! Тут сидят ребята. На пузотерках на своих сидят. Я говорю, сейчас серьезные люди подъедут. Так, лонгровер у нас до сих пор сидит. Уже Иван съездил, побуксовал, развернулся. Вернулся. Двигатель 2,5 бензин. 170 лошадей, что ли. А тяжело кроссовером-то. Тупо не хватает просвета. Блять, вот это дура, блять. Да? Сколько топлива сожрал, блять, просто за один пых. А? Да где у него газ стоит? Вообще без... не проблема. Давай, показывай класс. Субарист, блин. Стой, стой! А, сюда? Давай вперед немножко. Что-то не поняли друг друга. Сейчас он сам проедет, а ты назад где-то пили. Фига себе. Что-то... Все пошло не по плану. Ну да, там полегче вроде. Ты давай это, освобождай место, надо Land Rover дергать. Там джимник сейчас пытается что-то сделать. Да, жопа. Вот так парнишки покатались на своих пузотерах. Нифига себе, красиво.
надо, чтобы это было не у всех. Так, джипник тоже испытывает проблемы. Давай еще раз попробуй, не получится, я тебя динамку буду дергать. Я сам заеду. Сам? Ну давай. Но, чтобы это... А? Сейчас пока что, думаешь, выскочишь? По-любому. Да? Ну, давай, я один раз сниму, как пробуешь. В принципе, немножко остается. Давай, сейчас уберу. Так, подцепили Субару. Ничего так просто. Субару хорошо раскачивалась. Есть, наверное, как джимник. О, все пойдет. Там, походу, субурбан застрял. Жестко. Сейчас еще один рывочек пойдет. Серега пошел. Сузуки пробует еще. От моей помощи отказывается, говорит, сам зайду. Но что-то не получается. Что, может, Каен все-таки? Каен может подцепить? Давай, там зависни на максимально вверх. И рывком у меня динамка есть, нормально выедешь. Сейчас решили Сузуки объехать. Здесь вот поверху есть дорога. Попробуем назад Субару вытащить. Вполне возможно и по этой дороге все и вернутся. Давай, там борьба своя идет. Субурбан засел. Вот крузер уже скорячился. Вообще, движуха полная. Ну что, наверное, задом надо подъезжать его? Ему задом, да? Да, лучше так. А вот... Но. Динамку назад есть куда зацепить? А? Назад есть динамку куда зацепить, нет? Да-да-да. Давай его... назад это, готовь. Посидим хорошо. Сейчас сначала Legacy, потом Land Rover. Не знаем пока, куда его девать, то ли в бок, то ли прямо. Его тихонько пошел. Ты что вышел? Все нормально? Чё? Вышел, говорю, что? Выехал. И что, ты хочешь вперед? Ну да. Ну попробуй, но что-то вряд ли. Вперед хочет попробовать сам. Тебя сейчас? Ну давай меня. Но. Назад, да? Назад тебя идти. Ну, видимо, да, вот сюда. Но. Давай сейчас он отъедет и пытайся.
Давай это, доверху доезжай, чтобы я тебя там дальше принял. Я к тебе. Давай там движух. Своя война. Все, отцепил. Что-то у него капот открыло. Так, Субару полетел. Главное, чтобы снова не засел. Хорошо идет. Твердое мясо. Да, колея она такая, только по ней. Вот здесь вот как раз геометрия начинает решать. Тебе не мягонький снежок, тут еще плотный наст. Ты пробуй прямо, прямо пробуй. Я хочу правее. Не надо, надо ничего правее, ты не это. Давай прямо максимально, так сколько тут, поднимешься. Смотри, подъем и еще раз подъем. Сколько поднимешься, потом я тебя динамкой это захвачу. Лучше разгон взять. Все, хорош, динамки хватит длины. Ничего не придумывай. Сейчас подцепим и поедешь. Глубоковато. Ниве надо было все-таки. О-о-о-о, давай. О-о-о, садится, не надо. Давай маленько лучше назад, чтоб сильно не сесть, чуть-чуть назад. О! Не-не, назад. Лучше раскачивай, Иван. О! Назад. О! Назад. Все, в колье. Отчаянный поступок. Опа! Раньше надо. По рулю закручивать. А? Кто ж тут выбраться не мог? Уже надо рулю закручивать. О.
Да или что, давай тебя вытащим, да это и назад можно. О, перескочил. Вот. Далеко не ездили. Красавчик. Да, стой. Это на старых только, на 105-х есть. Ух. О! Так, ну да, а ты на дорогу выезжай сразу. Сегодня солнышко, красота. Ребятки буксуют. Вот кто не буксует. Бедная собака. Офигеть, вот это дура. Так, лендровер. Продолжаем вытаскивать. Что-то не получается. Что у вас тут такое?
как-то потрескивает, да? Да, держит. Сейчас еще раз 3-4 поднимет его на горочку. Так, джимник сам немножко прилип. О, оператор у нас упал. Решили сделать наоборот. Теперь ландровер пытается стронуться и сдернуть джимник, но не получается. А, что, застрял, что ли? Сузуки опять застрял. Решили другой автомобиль подогнать. Сейчас Гена на Субурбане подъедет. Давай сюда, заруливай! О! Отлично. Так, не газуй. Руль нормально. Давай назад. О, чуть правее руль и газуй. Давай еще. Нормально. О. Газуй, газуй, газуй. Себе размешу колею. На пониженной или на прямой? Не, на пониженной. Да, может на прямой, на первой попробуй. Чтобы этот, чтобы запас был побольше, тут надо разгон небольшой набрать. Автомат, да? Да. Че, объехать решил? Что-то он объехать хочет. Что-то по прямой не стал ехать. Что, в объезд? Держуха по полной. Стандартный джимник 1.5-1.3 автомат. Обычная зимняя резина. Бьется. Немножко осталось. Все, вышел. Подогнали Субурбан. Подцепили нормальную динамку с шаклами. Сейчас поедем. Нормальная, серьезная, тяжелая техника. Все, и машина пошла. Красиво поедет-то. Так, вот это. Вот зря. Опа.
Чё-то Land Rover совсем не едет, значит. Смотри-ка, чё, жопа. Наверное, толкать надо. Так, сейчас бурбон переставим, Land Rover вперёд дерну. Потому что руками мы Land Rover втроём выдернуть не можем. Не хватает сил. Машина тяжелая, тонна 600-700, наверное. Плюс потный снег, плюс сидит на брюхе. Ага. Да, угол, конечно, неудобный. О, отлично. Хорош, хорош! Ну, не все так просто, блин. А чего вы хотели? Сейчас раскатает. Резиновый шлем зимний. Че, не хватит? Опа. Здесь какая-то движуха идет. Проезд надо освободить. Здесь Сузука, Хонда вывешивается, хватает. О, пошли, есть рассорцы. Красивый. Звучит. Ничего себе. Опа. Погоди, погоди, давай отцепишь. Не надо, ты сейчас пойдешь, садись, садись. А где не проедешь ты? На. Сейчас, Ген, подожди, освободят дорогу. Эх, что творить-то? Ну вот. Отцепляем, дальше сам. Ваши впечатления от сегодняшней поездки? Огонь. Машина едет? Нет. Отсюда вывод, нефиг сюда лезть. Почему? А, не его покупать. Так, едем. Давай. Может, назад его пробовать? Ну давай, когда он назад зовет, тоже назад успевай. Все хорош. Хорошо. Все вперед. Он диагоналится немножко. Сейчас пойдешь. Переехали, перецепились. Мощь, мощь. Сердце. Все, выбрались. Ура!